Сколько времени нужно, чтобы выучить Python? Прямо сейчас вы пройдете тест в течение 2 секунд и четко будете понимать ваш уровень. Открываем Google, читаем. Базовые знания можно получить за 6 месяцев, за 6-8 недель. Один из самых простых языков. Прекрасно. Изучение Python занимает до 6 месяцев. Все врут. Если вы не согласны со мной, то прямо сейчас тест. Открываем исходный код и читаем. Читаем, можем написать свой код на основании этого кода. Значит, у вас все окей. Если же вы не читаете, время не имеет решающее значение. Если. И знаете, я не отвечу, как отвечает Google по времени, но я вам могу сказать, за последние 10 лет примерно картина следующая. Для того, чтобы владеть Python, это мы еще будем вот эти пункты заполнять, надо примерно ответить на 400 вопросов и написать примерно 7000 строк кода. Сколько для этого вам надо времени, это решать вам. Обратите внимание, время я поставил на последнее место. Оно имеет самое малое значение. Отсюда можно сделать простые выводы. Если я буду читать подряд, я буду писать? Нет. Если я прочитаю книги, я буду писать? Нет. Если я просижу на каких-то курсах 40, 50, 60 часов, буду писать? Нет. Что непонятно, я вам показал. Вы будете писать именно тогда, когда сможете сначала читать код. Первый пункт. Правильно поставленные цели. Свободное чтение кода, свободное чтение документации. Странно было бы, если я не могу читать код, но я хочу его писать. Но тем не менее, работает куча программистов, которые спокойно копируют чужой код и ничего живут. Если вы так не хотите, то нажимаем «Купить индивидуально» и занимаемся, смотрим там видео. Второй, третий, четвертый пункт, чтобы сейчас не повторяться, я заменю видео, которое в описании. Человек учился, учился, потом говорит, а я не знаю, что мне сделать, чтобы стать программистом. Единственное, что надо понять с этого видео, до этого, сколько бы вы ни занимались, у вас, вы открывали исходный код вообще, читали его, собирались читать. Это единственное, что надо запомнить с этого видео. Вот сейчас будет все наоборот. Смотрите видео и получайте остальные ответы. Для того, чтобы добавить вам мотивации, я скажу такую фразу, прочитаю одного из таких вот очень интересных людей. Изначально нужно менять подход к пониманию, к обучению. Вот тогда получается, Go я изучил за пару дней. Вот она, система. Идите и смотрите.